Пум-пум-пум-пум. Поговорим на тему Hot Wheels. Привет, привет. Привет, 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 привет. Лето я просто обожаю. Даже когда жара, она гораздо лучше для меня переносит, чем тот же холод. О чем я сегодня с вами хотел поговорить? Собственно говоря, не о погоде, конечно же. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что оставляете комментарии. Я вот думаю, наверное, надо будет отдельный видосик заснять для вас. И поотвечать на вопросы в ваших комментах. Думаю, сделаем отдельную рубрику. Типа ответа на комментарии или что-то в этом роде. Итак, тема сегодняшнего разговора. Hot Wheels. А конкретно? Тема сегодняшнего разговора. Сокровища у Hot Wheels. Или суперсокровища, или сокровища. То есть у них есть серия, которая называется Treasure Hunt. Это значит... охота за сокровищами. И в них есть суперсокровища и обычные сокровища. Обычные сокровища обычно идет серебристым значком. В общем, сокровища Hot Wheels. Вот это вот у вас перед глазами Rockstar. Машина очень сильно напоминает Hummer. Hummer H2. Очень сильно напоминает. Огромные колеса. Замечательная текстура. Гор. Лыжник. Hot Wheels Sky Team, видимо, лыжная команда с Hot Wheels, имеется в виду. Оранжевая тонировка на стеклах. Серебристый гриль. Пластиковое основание. И в чем прикол сокровищ? Видите вот этот вот серенький значок? Это означает, что это машина сокровищ. Так как он серебристый, это обычный Treasure Hunt, обычное сокровище. У Hot Wheels бывает также серия суперсокровищ. Чем отличает суперсокровище? Ну, во-первых, суперсокровище, оно крайне редкое. Оно даже не во всех коробках с машинками появляется. Обычная коробка с машинками, поставки идут 72 штуки машинки в каждой коробке. Есть европейская международная версия, есть американская версия этих упаковки. И отличаются они картами. Вот это, например, короткая карта. Видите, такой размер небольшой карты. Есть версия, там, где вот эта вот карта, вот этот размер карты, он больше, то есть она выше, это американская версия. Но также попадаются и международные Hot Wheels тоже на больших картах. Вот это вот малая карта. Карта — это вот упаковка машинки. Так вот, сокровище. Как видите, вот такой вот значок. Если видите такой значок под машинкой, значит, вы нашли либо сокровище, если он золотистый значок, значит, нашли суперсокровище. Чем отличаются обычные сокровища Hot Wheels от суперсокровищ? То есть особо редкие машинки от суперредких машинок. А дело в том, что суперредкие Hot Wheels, они стоят порядка 50 или 80 долларов на eBay на перепродаже. Обычно это 50 либо 80. И в суперредких сокровищах у них обычно идут резиновые колесики. То есть здесь колеса пластиковые. А в суперсокровищах они обычно резиновые. И вот резиновые колеса в Hot Wheels они очень-очень сильно ценятся. А в обычном же сокровище, как вот этот вот серебристый значок, тут идут пластиковые колеса. Тут они просто считаются редкими. Ну, такие машинки вот, наверное, от 10 долларов до 20-30 сана доходят. Ну, на особо редкие экземпляры, конечно, дороже, но суперсокровища, да, стоят значительно дороже, потому что они, ну, крайне редко попадаются. Даже не в каждой партии можно найти суперсокровища. Может быть, 3-4 упаковки машинок приходится перебрать, чтобы найти что-нибудь суперсокровища по Hot Wheels. Надеюсь, хотя бы чуть-чуть раскрыл тему для вас, что обозначает сокровище и суперсокровище в Hot Wheels. Удачной вам охоты за машинками. Если так же, как и я, собираете эти машинки, если охотитесь на эти машинки, удачных вам находок. Надеюсь, вы найдете свои суперсокровища. Я еще пока ни одного суперсокровища не нашел. Ну, наверное, штук, наверное, 10, наверное, или 20 уже машинок есть. Но суперсокровища мы еще пока не удалось найти. Возможно, что в международных партиях машинок они попадаются реже. Судя по слухам, в американских версиях Hot Wheels они попадаются гораздо чаще. Вот такая вот тема у нас для разговора была. Не забывайте писать комментарии, находили ли вы когда-нибудь свои Treasure Hunt, либо суперсокровища в Hot Wheels. Нравятся ли вам эти машинки? Давайте пообщаемся в комментах. Всегда готов ответить на все ваши вопросы. До новых встреч, с вами был Турбо.